Раз, два, три! Веревочный курс, или как его называют, веревка – это цепочка сложных и разнообразных заданий, которые необходимо выполнить каждой команде для того, чтобы добиться успеха, дойти до финала и занять призовое место. Главной сложностью стало то, что все участники команд – представители разных общежитий студгородка Юргу. Станции направлены на то, чтобы ребята познакомились, ребята подружились, станции на командообразование и на взаимопомощь какую-то, на взаимовыручку, чтобы ребята не только познакомились, но и уже знали, что в нашем студгородке есть плечо, на которое они могут опереться. Первый и самый важный шаг – знакомство друг с другом, после чего нужно придумать название, затем девиз, и можно начинать. Впереди каждого ожидали необычные задания, пройти которые можно лишь сплотившись с участниками своей команды. Несмотря на то, что веревочный курс нацелен на сближение первокурсников, в нем также принимают участие и те, кто давно уже влился в семью студгородка Юргу. Впечатление хорошее, я на этом мероприятии, на подобном уже не первый раз. Куча эмоций, впечатлений, я думаю, будет в конце. И предвкушение такое, что я сейчас повеселюсь и найду новых друзей. Море веселья и положительных эмоций – залог успешного мероприятия от студсовета Юргу. Именно таким и стал веревочный курс. И как утверждают сами участники, это событие, которое стоит посетить каждому. Мне очень понравилось. Я не в первый раз на подобных мероприятиях, но мне здесь очень нравится. Мы одна студенческая семья, и мы все сможем. Впереди студентов ждет еще немало мероприятий. Но главное, все они показывают, что жители студгородка – это дружный и сплоченный коллектив, готовый всегда помочь своим товарищам.